Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутенпал, да. Я решил продолжить игру Just Cause 3, потому что мы в нее очень давно не играли, даже... Короче, дофига времени прошло, а игрушку оставлять забрасывать, ну, конечно же, мы не будем. Если вы так подумали, то вы ошибаетесь, потому что я продолжаю в нее игру. Так. Вот и, в принципе, открытая миссия у нас уже, установить пункт маршрута. Рико, ты там? Ты не сказал прием! Прием! Давай снизу. Слушай, я больше не хочу в это играть. Я чувствую себя полным кретином. Когда я тебя увидел, я подумал, что... Ну... Коста дель Порто — наша потеря. Мы проиграли, но мы оправимся от удара. Ты в пещере? На южном берегу Сороса. Здесь скрываются немногие уцелевшие. Тайма тоже здесь. Она хочет с тобой поговорить. Нифига себе, гони тут. Ревет как движок у нас. Вау-вау-вау. Ой. Погнали. Это круче не форспита. О, какой взёт-то, какая скорость. Йо! Войди обратно. Давай-давай, разгончик. Берём разгон. На высоких скоростях будем. Точно тут этот занос на... Во! Занос пошел. Что такое? Что-то тут не то. Ну ладно, хи. Значит, это все дело у нас внизу. Ну да, в принципе, так и есть. Давай, начинаем миссию. Ладно, хорошо, я... По моим расчетам, провода из ВИС-электры заканчиваются где-то здесь. Это силовой узел УИП генерала Дирамбло. Уничтожь его, и мы выведем из строя оружие. С удовольствием. Удачи. Ну окей, уничтожим сейчас. Вдоль труб, Рико. Давай, пойдем вдоль труб. Когда трубы закончатся, Дайма. Разрушим командный пункт, и Сеймальон останется без защиты ракет. Можно будет добраться до базы и взломать военный центр управления. О, как. Круто. Трубы закончились. Зато есть катера. Если у меня патрон нет... Патроны есть. Это прям в кайфе. Отлично. Так, теперь отдохнем. Рико,
Там что-то под водой есть. Это я точно уверен. Ну да, так и есть. Секунду, Рико. Открою тебе ворота. Проход открыт. Иди вдоль труб, Рико. Окей. Блин, стой. Крюк. Используй крюк. Только не подыхай, прошу. Я ж успел. Пипец. Да, жиза. Значит, на одну секунду не успел. Проход открыт. Угу. Точно открыл. Иди вдоль труб, Рико. Да, точно открыла. Блин, ему уже плохо. Давай вверх. Скорей. Нормально. Живой, бодреньким, бодрячком. Что тут у нас? У нас тут оружие. Отлично, Рико. Силовой узел должен быть в соседней комнате. Да, всем посмотрим, что я делаю. Поехали. Уничтожь все. Займусь Уип. Выведу его из строя. С удовольствием. Так. Блин, это что был этот медик? Зачем меня его грохнул? Так, вот уничтожить. Раз. Два. Сейчас еще три будет. Нормально. Давай закидаем. Гранаты пошли. Блин, мужик, ты куда побежал? Вообще, что ты дурак? Вообще, к вам двигает. Увы, подключено. Повстанцы могут войти в главный командный пункт Сима-Леона. О, гляди, короткий путь наружу. О, правильно, иди назад, пошли со мной. Со мной пошли. Коли ты орешь, пошли со мной. Не оглядывайся, со мной иди. Все нормально, ребят, я свой. Давайте домой поплыли. Так, ладно. Из пещеры осталось, и миссия завершена.
идеально. Так, что у нас осталось? Есть какие-нибудь новые миссии? Чуть не понимаю. Или нет никаких новых миссий? Так. Не, никаких новых миссий нет. Ну давай что ли сходим на... Сюда сходим. Атаковать, хотя не на Лакос. Что у нас в Лакосе творится, посмотрим. Стопы не, нам не сюда надо, а вот сюда, вот в этот город. Да, он небось там захваченный из Фрейдесге. Будем освобождать. Так, мне бы вертолетик. Давай здесь, что ли. Его вызовем. Транспорт. Вертолеты. Спросить. Маячок. Давай, маячок пошел. Блин, давай скорее в него садись. Так, нормально. Все, лететь можно. Лететь можно, и это самое главное. Сейчас долетим, освободим тот город, и на этом, я думаю, можно будет завершить спокойно серию. Приступим. С чего начать? Как снижаться? А, во. Нашел, как снижаться. А, нет! Бля. Только вертолет проебал. Да ты хули там? В области обнаружен враг. Гандон. Шикарно. Ладно, это война. Говорит центр. Цель не найдена. Отыщите его. Давай-ка. Гаси. Так, ну-ка. Отправка дополнительных сил. Давай-ка, еще. Крепление скоро будет у вас. Вас тут больно много. Лови маслину. Война. Бля. Что ж так много-то, кто не спрятался? Давай, нахер. Вообще, это все дупро. Точно, че я туплю-то? Я ж повстанцев не запустил. Крепко. Так, сейчас повстанцы пойдут и их, ну, надеюсь, убьет. Да? Это вы
отлично, отлично, вы себя освободили. Так, давай, забирай. Ага, все. Че это называем мазь вот так вот поставить? Тебя вообще повесим. А, и еще подорвем. Вы. Нифига вы мне тут еще сидел смолять. Он пизда всем. Жаль, конечно, что нет способности крюком мочить. Но да, такой способности уже. Опять взорвалось все. Вау. Вот это вот уже жестокие. Пацаны. Я впечатлен. Всем постам. Найти мятежника. Принять все необходимые меры. Такой мы с этой закончили. Не, мы нифига не закончили. Ну, дорви нахрен. А, блин, блин, уйди оттуда. Что у вас там происходит? Ответьте немедленно. Пиздец какой-то у нас происходит. Что же, вражеский транспорт. А там что? Вот тут стену. Проломили, охуенно. Я не помню, мы завершили что ли? С этой-то, с базой. Судя по всему, да. Так. Вот тут, тут у нас еще одна фиговина. Которую надо убрать. Нормально. Так, посмотрим, что у нас еще. Маячки заберем его. Это еще что за штуковина? Тын-тын-тын. Да вы так смотрите. Так, ладно. Нам осталась статуя. Его... А, вот. Рекламный щит. Так, статуя. Адиос, уродец. Все, падай. Все, и со статуей разобрались. Так, что нам еще осталось? Нам осталось еще один рекламный щит. Он, возможно, мог бы быть и тут. Но он не захотел тут быть. Давай посмотрим. Поищем рекламный щит. Алло? Один рекламный щит не дает победить. А вот он. Идеально. Осталось только флаг поднять. Ое, мужик, это... Это Рико, то самое, да. Альба, мы освободили. Это куда я ушел, бомж? Ты, может, и не бомж, но фиг тебя знает. Ну ладно, дорогие друзья, я думаю, вам понравилась эта серия Just Cause 3. Надеюсь, вы будете ждать и новых серий. Да, хотя друзья, я ее давно не снимал. Отличные новости. Безумно мы давно не снимал. Альбу.
Рика и повстанцы нанесли угнетателям решительный удар. Революцию не остановить. Ну что можно сказать? Да. Всем удачи, всем пока. Она меня запутала. Все. На этом мы заканчиваем.